жизни в Десногорске? Какие для вас? О, охота, рыбалка, ну, водохранилище рядом, дача. Это один плюс, второй, пробок нету, второй плюс, ну и работа рядом, третий плюс. Я считаю, что у нас очень красивый город и чистый город. Есть рабочие места в городе. Ну, здесь просто приятно находиться, отдыхать. То, что все в пешей доступности находится, ну, тихо, спокойно, как бы для ребенка. Маленький компактный городок, так, очень такой позитивный. Много молодежи, много добрых, хороших людей. Все рядом, удобно, воздух чистый. Удобный город, красивый, и просто мы его любим. То же самое. Ну, так как я прожила всю жизнь на севере, то для меня это великолепный город, что он зеленый, что он такой благоустроенный, что он, ну, красивый, просто-напросто красивый город. Мне нравится. Одно минус, одно, что нет работы для молодежи. А для таких, как я, это бесподобный город. Мы здесь с первого дня, с 72 года, с 12 октября. И он мне дорог, тут и дети мои, и внуки, и правнуки, и все. Поэтому я очень люблю свой город. Все для детей, чистота, порядок, спокойный, можно сказать, так, город у вас, хороший город, красивый. Все мне нравится, я довольна, живу уже много лет и радуюсь, наслаждаюсь. Чистота, спокойствие, красиво. Кругом зелень, лес рядом, ну и речка, само собой. То есть все замечательно. Все компактно, все рядом, не надо никуда ехать. Все в доступности шаговой. Ну что еще? Водохранилище теплое, летом пляж. Ну и третье что? Не знаю, Смоленщина, я к ней привыкла. Больше ничего не хочется. Родина. Город очень красивый. Очень много магазинов, очень много киосков, очень много развлекательных программ для детей. Если те, кто ходят, те будут знать, а кто не ходит, тот и не будет знать. Плюсы? Маленький, компактненький, все рядышком. Замечательно воспитывать детей здесь, потому что можно их отпускать, ничего не боясь никуда. Везде дойдут, все рядышком, все под боком. Нет транспорта, тоже замечательно. Пожалуйста. Вот, нам здесь это очень нравится. Смотрите, какие здесь. Ну вот, детские площадочки. Площадочки, да. Все хорошо. Церковь одна рядом, вторая рядом здесь. Все удобно. Дом культуры. Хорошо, вот, да. Все, здесь прекрасный город. Чистый, уютный. Вот рабочих бы нет ему, и да, нет цены, ну, вообще. Отсюда бы никогда б никто б не уехал, наверное. Не, нужны рабочие места, я на пенсии, она тоже. Да, да, поэтому нам-то да. Нам, но все равно дети, нужны, внуки, да, здесь, так что сейчас нравится город, спасибо ему великое. Ну, во-первых, чистота, благоустроенность, чистый воздух. Вообще хорошо, особенно пенсионерам.